Здравствуйте, друзья. Ну, вы видите картиночку, вернее, видели картиночку, которая планируется. Я сейчас ее покажу на камеру. Очень хорошая тема. Похожа на вечерний звон Поленова. Вот, я думаю, всем будет полезно вместе прочитать эту идею и разобраться в таких задачах. Здесь вы видите мощная теневая на переднем плане, тоже в тени вот этот участок. И очень освещенный, и вот эта вот разница в цвете и в тоне будет как бы звучать в живописном исполнении в его преувеличенном характере. То есть преувеличенное будет решение света и тени, разницы между небом и водой. Здесь она на фотографии почти неразличима. И за счет этих нарочитых разниц мы получим живописное решение. Может быть, мы облака несколько преобразим. А может быть, даже подсмотрим их у Поленова в вечернем звоне вместе с отражением. Там очень похожая ситуация. И, конечно же, наверное, добавим храм там вдали. Тут вот лодочка есть, она совсем букашечка. Может быть, мы от нее откажемся, а вот он и она стоят, рыбку ловят, такая мирная жизнь, которая у нас сейчас наступила на дачах. И вот, наверное, будет хороший сюжет. Я полюбил и вам советую полюбить строительные кисти. Это вот такие кисти, которые по виду уж очень такие грубые, но толщина ворса, качество волоска. Волосок в данном случае, хоть это искусственный, но он имитирует щетину, что вполне делает его выносливым и таким приятным для работы. И вам советую завести подобные кисти. Мало того, что она как рука, она даже своей короткостью очень удобна для работы, особенно на первом этапе. Но поскольку у нас будет много деревьев, и деревья тоже удобно ею натаптывать, то она практически сейчас полкартины нам выполнит. Итак, очень часто мы решаем задачу, создавая среду обитания предметного плана в картине. Среда обитания – это небо, воздух, который дает свою пелену ко всем удаленным предметам. И с этого воздуха мы и начнем. Макнули кисть в белило. Теперь разбавитель. Обычный разбавитель. Либо White Spirit, либо Скипидар. Либо их очищенные варианты, в данном случае у меня слабопахнущий White Spirit. И берем, вы видите, небо немножко голубит, но и синит. То есть вдали синит немножко больше, розовит, а на периферии неба несколько голубит. Можно взять голубую ФЦ и честненько. Голубая, как цвет воздуха, вполне уместна. Голубая или ультрамарин, который синит. В данном случае голубая пусть будет. Она все равно сейчас будет перемолота на розовые оттенки вечернего состояния. И мы создаем среду обитания предметного плана. Многие импрессионисты поступали именно так. Классика подразумевает, что мы сначала делаем теплую подкладку. То есть это могли бы быть охристые и коричневые мотивы. Но импрессионистический подход
один из его подходов, кроме классического, это создать среду обитания, то есть цвет воздуха бросить на картину. Импрессионисты дошли до того, что они и в помещениях использовали эту технологию. Хотя в помещениях тени теплые, они берут и делают холодные синеватые тени. То есть они так привыкли к пленэрному решению задач. Пленэрному — это значит где-то там на воздухе, на открытом воздухе. Что и в помещение, в картины, сделанные в помещении и с сюжетом в помещении, тоже ими были набраны в тенях синила, а на цветах оранжевила. Ну, такой небольшой фитнес по избавлению холста от сухости его. То есть, конечно, рука к концу процедуры уже устает. Я набираю штриховательно, и кисть лежит к холсту. Удобно, когда она лежит к холсту. Многие из вас начинают вот так закрашивать холст. Это не лучший способ. Это способ, которым пользуются маляры. Штрих – это их благородие, это способ работы академически муштрованных художников. По штриху мы узнаем одного из нас. В этой картине, может, нигде не останется штриха, но лучше руку приучать к штриху. Очень часто даже у классиков периферия картины остается наштрихованной грубо, а выписан центр. Но именно по штриху мы узнаем одного из нас. Набрав вещество до такой меры, чтобы оно аж лоснилось на холсте, прямо лоснилось бороздами штриха, мы с вами удавим вот так, как комбайн в поле, удавим вещество краски, не побреем, а именно удавим вещество краски. В предыдущих трансляциях мы это уже делали, многие из вас уже познакомились с этой темой. На периферии появляется излишек вещества. Если у вас он не появляется, скорее всего, вы положили мало краски. Вещество сбрасываем на палитру. Можно посмотреть на палитру. Вот таким образом. Просто вот так вот сбросили вещество. Сдавили с мастихина. Опять зашли на холст. И не только выдавили, но и распределили вещество умненько и равномерно. И даже вымесили вещество на холсте. Теперь поверхность холста, которая образовалась после этого выдавливания, предсказуема на всех его участках. Количество вещества, заложенного, удобно для дальнейшего возделывания картины. Thank you.
Если у вас появляются продреси, вот у меня тут небольшой участок, где не хватило вещества, и там продресь холста, либо излишком туда загнать вещество до избавления от продреси. То есть вся поверхность холста. Холст, конечно, желательно средней зернистости в пользу мелкой зернистости.